Итак, у нас сегодня по рецепту клубнички, печеньки. Что это, конфеты? Ягодки какие-то. Ягодки. Вот, детки, смотрите, учитесь. К нам Машенька в гости пришла, попросила плейдо. И говорит, дайте я вам сейчас покажу, как я могу делать конфетки. Вкусные. Вот смотрите, какая она мастерица. Ей всего 2 года, а она уже может конфетки делать. Ну, если бы вы видели, какая она красивая, чернобровая. А это ее игрушка, мышка. Микки Маус? Мини Маус. А может Микки? Вот, видите? Маша, кто это? Мини или Микки? Маша, кто это, Микки или Мини? Скажи, как зовут? Кто это? Мини, Микки? Вот, кушать. Молодец, Маша. Молодец. Видите, какая Маша молодец. Скажи. Ой, даже больше одного.